Более 200 человек собралось в просторном, украшенном зале. Выпускники, ветераны спорта, учащиеся школы и родители. У меня дочь занимается здесь на отделении волейбола довольно-таки давно. Но я никогда не думал, что школа «Виктория» столько объединяет детей, привлекает к спорту. Но очень впечатляет. Детская спортивная школа была основана в 1964 году в здании нынешнего городского театра. 1230 детей занимаются спортивной и художественной гимнастикой, волейболом, синхронным плаванием, на которое уже появилась очередь. Для занятий будущих чемпионов созданы все условия. Мы должны были отмечать этот юбилей, планировали в октябре. В конце сентября, начале октября. То есть, собственно, в 1964 году, в сентябре, была открыта спортивная школа. И как бы вот это было логично. Но Сергей Павлович тогда пришел к нам в школу, увидел нашу проблему с окнами. Были выделены деньги, и мы понимали, что ну, если есть возможность вот в красивом зале, да, отметить этот юбилей, ну почему бы не использовать эту возможность? Школа преобразилась, школа популярная. Тем не менее, глава города считает, что не все возможности использованы в полной мере. Можно возродить былую славу анапских волейболистов, уверен он. Есть мероприятия, куда я хожу, потому что мне предписывают это должностные обязанности и моя должность. К вам я шел вот честно, без принуждения и с огромным удовольствием, потому что сам занимался спортом. Я не буду перечислять, обещать, что мы сделаем, вы сами увидите все это в делах. В честь юбилея почетными грамотами и специальными юбилейными медалями были награждены тренеры и воспитанники школы.